Братья и сестры, я вас очень рад приветствовать. Я хочу сказать первым делом, я очень рад здесь находиться, вот именно на этом месте. Слава Богу, что Господь может через меня что-то говорить, доносить. А прежде чем начать, знаете, хотел бы сказать такую историю, как я вообще эту проповедь-то написал. И написал это вообще не с первого раза, знаете. Наверное, потому что так надо было. Все дело в том, что... А когда мы работали с отцом, он тоже параллельно писал, и я параллельно писал. И вы знаете, у нас пациент, я только пациента лечу, тут же в голове какие-то мысли. Думаю, надо бы не забыть, нужно пойти срочно записать. С пациентом заканчиваю, иду писать, и вы знаете, пишу, и тут же приходит ассистент, тут же приходит либо администратор, говорит, снова подошли. То есть опять иду, не дописал, опять иду. Опять лечу пациента, опять какие-то в голове мысли, и думаю, надо бы не забыть, пойти написать. Отпустил пациента, опять иду пишу, опять, говорит, подошли. И вы знаете, и так раза 3-4. Все дело в чем? Все дело в том, что пациентов на этот день-то у меня особо-то и не было. Это вот так просто с улицы зашли. Я пришел, думал, сейчас вот время есть, буду проповедь писать. Не тут-то было. Даже здесь Господь благословляет, знаете, так сказать, без заработка не оставил. Но самое, что такое, проповедь-то я писал, и знаете, как-то не очень получалось. В итоге компьютер заглючил, выключился, и, в общем, все, что я написал, 4 листа А4, все стерлось. Пришлось писать заново. Потом думаю, Господь, значит, так надо было. Я, видимо, не то писал или нормально не мог сконцентрироваться, писал, потому что ты же хочешь через меня что-то нормальное сказать, донести, показать, чтобы это было просто, что на самом деле это не так все сложно. И вы знаете, я уже когда не работал, нормально дома сел писать, вот тогда действительно все и получилось, потому что я был сконцентрирован, действительно, так сказать, на связи с Богом. Вот. Поэтому я считаю, что даже, я, конечно, психовал, ходил, думал, столько писал, когда я все успею? Знаете, написал потом и думаю, слава Богу, что так и получилось. То, что написал, гораздо лучше того, что было. Аминь. Пусть так и будет. Вот. Сегодня хотелось бы с вами поделиться одним словом. Вы знаете, вообще хочется ведь сказать так, что ведь было доступно, чтобы было понятно не только одному-двумя, хочется сказать, чтобы вот каждый из вас понял, чтобы вот каждому донести, там, каждому как-то разжевать, показать, чтобы это было доступно. И я попытался свою проповедь поставить так, написать так, чтобы действительно это было вот, все налегке, на словах, все объяснять. У меня будет очень много примеров. Проповедь, которую я построил сегодня, я первый раз ее так делаю, то есть у меня действительно много очень известных примеров из Библии, о которых мы, может, будем говорить, много известных героев. Известных героев, их знает, естественно, каждый. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что Господь через меня хорошо все донесет, и всем все будет понятно, интересно, ясно. Аминь. Знаете, я написал, думал, что же написать, Господь. И вы знаете, я выбрал такую тему. Бог делает больше, чем ты думаешь. Бог делает больше, чем ты думаешь. Аллилуйя. Вы знаете, очень много раз, наверное, вы тоже в жизни, естественно, мы все встречали, что, например, мы просили вот столечко, а Господь давал вот столечко. И вы знаете... Действительно, это чудо. Для меня любое Божье проявление – это чудо. Это не какой-то фокус, это не какой-то там «я везунчик, мне повезло». Это чудо. И вы знаете, много раз задавался вопросом, а когда вот он делает это хорошо, а когда вот ничего не происходит в твоей жизни, почему ничего не происходит в твоей жизни? Почему, например, для кого-то что-то делает, а для меня не делает? Почему я прошу, он мне это не дает, а другому дает? Излюбленный вопрос. Почему? И вы знаете, и я задумался, а может быть, мы иногда сами не впускаем Господа в свою жизнь? Может быть, мы иногда сами не даем Ему решить наши дела, посвятить Его в наши дела? Может быть, мы чего-то сами не понимаем? Вы знаете, так происходит, вот у нас, когда все хорошо, мы не говорим, вот, спасибо Бог, слава Богу, благодарю Господи. Как чуть плохо говорим, да вот, Господь, почему так, вот, почему ты это допустил. Чуть что плохо, у нас виноват Господь. Чуть что хорошо, слава Богу, не говорим, говорим, повезло, знаете, вот это вот излюбленное, повезло. Все дело в том, что мы думаем, что нам всегда должны давать так, как мы хотим. Но знаете, как говорится, Господу-то ведь угоднее. Мы сейчас об этом будем потихонечку говорить и разворачивать подробнее эту тему.
когда происходят такие вещи, когда вот мы чего-то просим, а нам Господь не дает, мы, самое страшное, что происходит, это когда начинают опускаться руки. Особенно, когда опускаются руки у верующего человека. И вы знаете, они начинают опускаться, и тебе больше ничего не хочется, больше ничего не хочется ждать, надеяться на него, молиться, уповать, там вера теряется. Ну а что говорит, сколько можно? Я прошу, прошу, он не дает. А этот просит один раз, ему дали. И самое обидное, что руки опускаются, происходит провал в жизни христианина. И для того, чтобы такого не было, мы вот в последующем будем разбирать, есть некоторые, так сказать, этапы, есть некоторые, так говорится, в современном мире выходы, лайфхаки, так сказать. И вы знаете, сейчас мы включим одно место описания, давайте включим, к Римлянам 8 глава, 25 стих. Я прочитаю у себя здесь отсюда. Написано: «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Ну, то есть, простыми словами, когда мы надеемся на кого-то, но этого не видим, или на что-то, но это не видим, мы ожидаем это в терпении. Дорогие братья и сестры, проблема в том, что иногда нам не хватает терпения, потому что Господь говорит, что всегда всему свое время. Тот, кто умеет терпеть, тому и будет благословение. Вы знаете, у нас терпение является на самом деле это большим очень козырем в нашем рукаве. Почему? Потому что именно терпение, вот это вот, не дает нам отойти в сторону и опустить руки, потому что мы ждем. Мы знаем, что раз мы веруем, все равно Господь нам рано или поздно что-то сделает. Другая проблема у человека, которого даже Господа не знает. Ему ничего не сделает, поэтому у него проблема. А мы, когда мы терпим, когда мы терпеливо ждем, мы знаем, что рано или поздно он сделает. Да, не сейчас, может потом, но он сделает. Это отличает терпеливого человека, а не терпеливого. То есть он все-таки будет ожидать, он будет терпеть, он будет ждать. Давайте еще откроем притчи, 10 глава, 28 стих. Я тоже прочитаю отсюда. Написано: «Ожидание праведников – это радость, а надежда нечестивых погибнет». Вот прежде чем разобрать вот это, а вот что такое праведничество? А вообще кто такие праведники? Вообще можем ли мы назвать себя праведниками? Кто может назвать себя праведником? Скажите честно. Аминь. Поднимайте руки. Мы можем назвать себя праведниками, друзья? Правда, мы можем назвать себя праведниками. Если вы думаете, что вы неправедны, то вы очень сильно ошибаетесь. Вы, по крайней мере, мы стараемся быть праведными. Знаете почему? Потому что, если так посмотреть, Новый Завет, в принципе, он почти все вот указывает на то, что человек может быть праведным. Почему? Сейчас объясню. Вот праведный человек – это какой? Тот, который живет честно, поступает там как-то поистине, правильно? О Боге говорит верно. Никого не обманывает, то есть исправно как-то там жертвует, правильно? Имеет любовь в сердце к ближнему, там, к друзьям, неважно, к семье, ко всем. И вот это и есть какие-то, знаете, частички праведности, потому что праведность, она вообще, конечно, не отдел, она первым делом от веры. Праведность, она от веры. За то, что мы верим в Иисуса Христа, за то, что мы хотим идти по Его путям, за то, что мы хотим искать спасение, за то, что мы понимаем, что Он когда-то за нас умер и на что Он пошел ради нас. Когда мы это все понимаем, а мы это все понимаем, раз мы сегодня находимся здесь, то мы можем, поверьте мне, назвать себя праведными людьми, по крайней мере, людьми, которые пытаются быть праведными. Аминь, братья и сестры. И вы знаете, написано, что праведники – я очень часто использую это местописание, оно мне очень нравится. Почему? Потому что здесь такой хороший пример. Написано, что праведники, я не будем открывать, просто так скажу, как лист всегда будут зеленеть, как лист. Праведники как лист, понимаете, если привести такую аналогию, пример, да, например. Вот представьте, я всегда говорил, Божий рай. Вот как вы думаете, в Божьем раю есть деревья красивые, цветки там какие-то, все, там явно все очень красиво, понимаете? Явно все очень красиво. Там нет ничего, что может завять, там нет ничего, что может как-то некрасиво расти. Там все прекрасно, там все расцвело. И вы знаете, представьте, что мы эти цветки, представьте, что мы эти деревья в Божьем раю, который Он создал. Разве мы можем быть некрасивыми в Божьем раю? Это невозможно. Если мы находимся там, если мы действительно находимся там перед Богом, мы должны зеленеть, мы должны цвести, мы должны перед Господом стараться быть праведными. Аминь. Когда мы будем стараться быть праведными, когда вот до этого я сказал, у нас будет хоть какое-то терпение, чтобы мы научились ждать, тогда в нашей жизни Господь будет давать нам все больше и больше. Давайте будем переходить дальше. Есть такой момент, когда люди путают чудо с фокусом. Никто никогда не путал чудо с фокусом? Нет, никогда такого не было, где-нибудь увидели фокус, говорите, вот это чудо, как он это сделал?
Вот это чудо. Вот скажите, если я сейчас вот здесь поставил бы какой-нибудь стол, шляпу и достал бы оттуда кролика, вы бы поняли, как я это сделал? Кто-нибудь понял бы, как я это сделал? Не поняли бы. Некоторые бы поняли, потому что я вам раскрою секрет, на самом деле ничего такого сложного нет. Под шляпой всегда находится специальный резервуар, где прячется кролик. А когда руки просовывают туда, думают, что достают из шляпы, на самом деле достают из запасного резервуара от кролика. И люди думают, вау, чудо, как он из шляпы кролика достал. На самом деле у всего есть секрет, понимаете? У всего есть секрет, но не у Божьего чуда. У Божьего чуда секрета нет. А все почему? Потому что мы знаем, кто это делает, как он это делает. А в фокусе, в любом фокусе, там есть секрет. Вот смотрите, вот такой простой пример. Я сейчас положу микрофон. Такой простой пример. Я просто продемонстрирую для того, чтобы было понятнее, нагляднее, интереснее. Вот смотрите. Развязка, конечно, более интересная, чем сам фокус, но... Вот у нас вот всем видно, дома нашел, с женой вместе искали, вот смотрите. Это вот такое, не знаю, от чего это, но в общем, главное, что его видно, оно такое толстенькое. Вот скажите, вот если вот так вот я сделаю, всем видно, что я сделал? Всем видно, надо было ровно, конечно, взять. Смотрите, вот скажите, если я вот так разрежу, плохо разрезается, но я разрежу. Что вы видите? Видите, что два конца, правильно? Два конца есть. А скажите, а если я сделаю вот так, и все равно возьму, и вот так расправлю, и получится все равно одна прямая веревка. Вы удивитесь? Кто удивится? Ну, так, ты держишь. Кто удивится, поднимите руки, честно. Удивились, потому что не знаете, как сделано, правильно? А если я вам расскажу, как сделано, будет интересно? Не будет интересно. Рассказать, как сделано? Ну, конечно, всегда интересно, как делается фокус. Это самое интересное. В любом фокусе, к сожалению, есть обман. Господи, прости, что здесь показываю. Но хочу, чтобы людям было нагляднее понятно. Вот смотрите, когда я это сделал, естественно, у меня в руке есть фейковая такая, так сказать, маленькая штучка, которую я разрезал вместо основного. Вот скажите, теперь, когда вы знаете секрет, когда я вам снова его покажу, будет интересно? Не будет интересно, правильно? Когда мы знаем секрет, уже не интересно. Дорогие друзья, фокус отличается от Божьего чуда тем, что у Бога никаких секретов-то и нет. Он действительно подвластен, он действительно может без обмана это сделать в нашей жизни, понимаете? А мы иногда путаем фокус с чудом, потому что мы хотим знать всегда все, как это сделано, мы хотим, чтобы вот это вот все тут же происходило в нашей жизни, мы хотим тут же раскрывать все эти секреты. Но у Бога так не работает. Бог, когда делает для нас, мы должны быть благодарными. Мы должны понимать, как он это сделал, зачем он это сделал. Таких вопросов нет. Когда он для нас это делает, мы благодарим и говорим: Господь, во имя Иисуса, чтобы в следующий раз еще круче было, чтобы еще лучше было, понимаете? Вся проблема в том, что не нужно путать Божье чудо с фокусом. Божье чудо – это не фокус, это его сверхъестественная сила. Через свою силу он показывает вот этим чудом свою любовь к нам, исцеляет, там, решает какие-то наши дела. Невозможным делает возможным. Аминь. Аминь. Немножко так отвлеклись, но для того, чтобы просто было нагляднее, понятно, интереснее. И мы будем разбирать некоторых персонажей. Вот. Первый, про которого я хотел сказать, всем известный Моисей. Мы сейчас будем открывать, я буду сейчас как говорить. И вы знаете, хотелось бы начать вообще с его истории. Мы все знаем, кто такой Моисей, это пророк. Но давайте забежим немножко назад. У Моисея были родители. Их звали, ну, вот кто не знает, их звали Амраам, и их отца звали Амраам, и маму звали Иохаведа. И родители Моисея, они принадлежали колену Левия, были колены в Израиле, то есть вот эти вот ответвления народов, они принадлежали коленам Левия. И вот испокон веков, так сказать, на левиях, на вот этих, лежали обязанности священнослужителей. То есть они всегда, ну как, служили Господу первым делом. Поэтому они, в принципе, никаких всегда владений, ну не могли иметь, никаких земель, домов у них в основном, ну ничего такого как бы не было. Они работали в Египте на фараона, мы все это прекрасно знаем. Вот. Они были всего лишь, ну, простых все равно два человека из миллионов, которые работали на фараона. Потому что там было очень много рабов, естественно. Одни из них были родители Моисея. Вот. Что же они делали?
Они строили город, мы все знаем, кирпичи, там, не знаю, пирамиды, запасы, в общем, занимались всегда каким-то делом, ремеслом, то есть работали на фараона, была у них не простая работа, у них была, естественно, нелегкая работа, вот. И на тот момент, вот из-за того, что израильский народ, он был, ну, очень, там, были голода, наступил голод, они, естественно, переселились в Египет, и поэтому на них работали, поэтому там так и остались, вот, на территории Египта. Но все дело в чем? Все дело в том, что египтяне все равно считали их чужими. Они считали их чужими. И вскоре фараоны решили, что вот евреи, ну, так, они, в принципе, так-то могут стать опасными для нас, потому что их очень много, они с каждым разом увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. А что, если будет какое-то восстание? А вдруг они поддержат другое восстание? В общем, дошло до того, что вскоре фараоны просто решили эту проблему таким путем. Начали убивать всех младенцев, то есть, ну, мальчиков, для того, чтобы род-то остановить. И что произошло? Для того, чтобы остановить, начали убивать, искать всех младенцев, и вообще, а некоторых вообще бросали в реку Нил. То есть, вот эта река основная, которая там идет. Что было дальше? Представьте, мать Моисея сидит, где-то прячется, и думает, охрана фараона везде ходит, ищет, и думает, как бы сейчас сделать так, лишь бы сейчас мой ребенок не заплакал, чтобы они его не нашли. Что происходит дальше? Ну, естественно, люди фараона бродили везде, искали везде. Слава Богу, Моисея не нашли. Моисея они не нашли. Но в голове у матери Моисея была лишь только одна мысль. Лишь бы ее ребенок остался жив. Потому что нужно было что-то делать, раз такая ситуация. И мы сейчас будем читать. Давайте мы прочитаем Исход, 2 глава, 3 стих. Исход, 2 глава, 3 стих. Так, и написано, но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом, и смолою, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Ну, понятно, осмолил для того, чтобы затереть все дыры, для того, чтобы хорошо по воде скользило. Здесь есть один интересный момент, знаете, вот я посмотрел это местописание с греческого языка, также мы посмотрели на армянском, естественно, языке, здесь вот тоже написано, да, все дело в чем? Все дело в том, что надо же немножко священное писание еще и толковать, то есть немножко его по-другому показывать для того, чтобы было легче. Вы знаете, в греческом переводе, я не буду показывать, я просто прочитал, написано, что когда его пустили, написано, что пустили его не у реки, а пустили его сначала по болоту. Почему по болоту? Сейчас объясню. Тут два варианта есть. Первый вариант написан по болоту, это как в греческом языке. Почему? Потому что, исходя из географической точки зрения, там, где есть болото, оттуда всегда начинается река, то есть устье реки. Сейчас объясню, почему это так, логически. И второй вариант, когда она его пустила действительно по реке. Сейчас тоже объясню. Все дело в чем? Все дело в том, что далее, если мы будем читать, написано, что дочь фараона в это время купалась. Теперь давайте подумаем, разве она могла купаться в болоте? Это навряд ли. Болото обычно засасывает, и вообще в Египте, особенно вот на этой реке, вот тоже сколько программ смотрел, я думаю, в то время тоже было так же. Крокодилов миллион. То есть было очень опасно. Естественно, там она не купалась. Она купалась в реке. А болото это втекало потихоньку в реку, то есть устье было. То есть ребенка сначала мать Моисея положила на болото, в надежде, что его никто не съест, ничего, и она благополучно доплывет. А вот она доплыла, и пришла до реки, где дочка фараона, получается, уже мылась, купалась. И она его нашла. И написано, что она над ним жалилась, когда увидела, что это еврейский ребенок. Второй вариант. Все дело в том, что там, где болото, там ведь много камышей, правильно? Камыш – это вот то, что вот армянский дудук делается из камыша и абрикосового дерева. Все дело в чем? Дело в том, что в армянском переводе, просто в русском не написано, в русском написано просто «поставила в тростнике у берега реки».
А в армянском переводе написано в конце, если будем читать, здесь вот тоже же есть, в конце написано слово «шамби-меч». Это же как, ну, как в камышах. А камыши растут там, где преимущественно либо уже начинается река, болото заканчивается, и они очень высокие для того, чтобы его можно было спрятать, либо там, где очень много именно само болото, кто знает. Камыши обычно там, где болото или где начинается река. Вдоль реки тоже бывает. То есть тут вариант такой. Греческий перевод говорит так, армянский перевод говорит так, но в любом случае она его пустила среди камышей. Почему среди камышей? Потому что камыши могли бы закрыть этого ребенка. Они могли бы его закрыть, чтобы его не было видно. Они же высокие. Высокие такие, большие. И этого ребенка маленького, его не было бы видно. Вот. Поэтому, почему разобрал эти два варианта? Потому что есть третий вариант, просто это синоидальный, который говорит, просто пустила по реке. Ну, как написано, что нужно раз священное писание исследовать, мы немножко так разобрали, и вот оказалось, что есть вообще разный перевод, но смысл все равно один. Пустила среди камышей. И неважно, болото это или река, лишь бы ребенка скрыть. Вот. Аминь. Но понятно, что дочь фараона в болоте не купалась все равно. Там, значит, явно была устья либо река. Что дальше? Если мы будем дальше читать, 4 стих написано. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». 5 стих. «И вышла дочь фараонова на реку мыться», то, что мы сказали, «и прислуживцы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника, послала рабыню свою взять ее». 6. «Открыла и увидела младенца». И вот дитя плачет и сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. Это из еврейских детей. Как вы думаете, могла ли Иоховеда, вот эта мать имя Моисея, вообще допустить в своей голове, что такое произойдет, что сама дочь фараона над ним жалится? Ну, он мог в разные руки попасть. Ну, что попасть в царский, так сказать, в царский дворец? Я думаю, что-что, но такого она точно не могла ожидать, вы знаете. Она даже не могла допустить мысль в своей голове, что история с ее вообще младенцем так может обернется. Вы знаете, это один из примеров того, что Бог сделал в ее жизни больше, чем она просила. Она всего лишь просила, чтобы ребенок остался жив. А ребенок не просто остался жить. Ребенок попал в царский дворец. Над ним жалилась сама дочь фараона. А что же потом происходит дальше? Это вообще... больше всего мне нравится то, что ребенок с матерью-то и не разлучается. То есть за всем происходящим, мы уже сказали, наблюдала также сестра Моисея Мариам. И что происходит дальше? Давайте вот с 7 стиха прочитаем, с 7 по 10. И написано, «И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из еврянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей, сходи, девица пошла, и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его». Представьте, своего ребенка за деньги еще и кормила. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына». Вы представляете, кем был, кем стал. «И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его». Вы думаете, мать Моисея рассчитывала на такой вариант? Я думаю, что нет. На что только рассчитывала, на такое точно не рассчитывала. Это один из примеров в том, что Бог может сделать больше, чем мы думаем. И вы знаете, я тут такой пример нашел хороший. Она его кормила, за это еще получала деньги. Ну вот современные первые пособия были у матери Моисея. Можно так сказать. Первые детские пособия получала мать Моисея. Давайте так скажем. Потому что, знаете, кормить своего ребенка, чтобы сама, ну, дочь фараона его, так сказать, оплачивала, ну, знаете, не знаю, ну, на сегодняшний день, наверное, такое невозможно. По крайней мере, ну, государство, конечно, дает какие-то пособия, мы знаем, но вы понимаете, что в то время было по-другому, это другая история абсолютно. И, несомненно, конечно, этот пример, явный хороший пример того, что Бог, несомненно, делает чудеса вообще в жизни людей. Она мало того, что со своим сыном все равно провела детство, вскормила его, она еще и плату получала, она и была спокойна, что ребенок рядом, и была спокойна за то, что ребенок отойдет в хорошие руки, в царские руки, значит, с ним будут хорошо обращаться, значит, он вырастет, ну, как царем. Конечно, с молоком матери ребенок, конечно, и впитал, естественно, веру своих предков. Он вырос, он не смог, мы все знаем, поклоняться египетским богам. Мы знаем, что он убил потом охранника из-за того, что увидел, как бьют его соплеменника и, в общем, сбежал. Но, если говорить дальше, это уже отвлекаться, мы все равно знаем, кем он стал. Он стал великим пророком. То есть все равно Господь сделал из него великого человека. Аминь.
Аминь. Это пример, который вот я хотел разобрать самым первым. У меня этих примеров еще пару штук. Вот на этих примерах просто вот хочу показать, что может творить вообще Господь. Следующий пример, он также из Ветхого Завета. Мы постоянно берем везде Новый Завет, но почему-то захотелось взять Старый Завет. Вот. Ну и Новый Завет тоже, конечно, здесь у меня будет. Вторая история. Всем известный персонаж, такой герой, вообще классный, я вообще его обожаю, это Иосиф. Я посмотрел про него кучу фильмов. Иосиф. Тут есть такой один классный момент, знаете. Иосиф был предан братьями, правильно? Был предан братьями. Мы знаем, почему он был предан братьями. Ему, скорее всего, там завидовали, он постоянно какие-то сны видел, он был любимчиком там, отца, потому что вот он последний родился, он младшенький. Да по сегодняшний день до сих пор, наверное, так. Кто самый младший, тот и любимый больше. Ну, потому что его балуют. Но, есть одно но. Он ведь умел толковать сны. Господь дал ему дар толковать сны. А другим ничего не дал. Только вот пасти овец. И вы знаете, конечно же, однажды это братьям его не понравилось, потому что он им такие вещи рассказывал, что вы, понятно, мне прислуживаете, вот вы там, я ваш царь, ну, всякие вещи, вот эти сны. Но, есть одно большое но, о котором я сейчас расскажу. Кто помнит, кто посоветовал братьям продать его в рабство в Египет? Как его звали? Иуда. Удивительно, правда? И здесь Иуда, и Христа Иуда предал. Почему-то Иуды всегда предатели какие-то выходят. Я не знаю, почему так, почему такая закономерность Библии. Только тут один вариант, что он предал его за 20 серебряников, продал, а ну, Господа предали за 30. Ну, это же все-таки Христос. Понимаете? Удивительно. И здесь Иуда, и там Иуда. Интересно, да? Итак, Иосиф продан братьями. Он продан братьями, он попал во дворец Потифара. Это вот кто над ним стоял, начальник. Он у него работал, обучался, все делал. И, естественно, мы знаем, что у него есть жена, которая вот посмотрела на него, захотела с ним иметь какую-то связь. И, естественно, он от нее убежал, сказал, ну, потому что он верующий был в Бога, он не мог себе ничего такого позволить. А она, естественно, его предала, пошла, все рассказала, сделала так, что, ну, он оказался виноват, понятно. Кто бы за еврея, за раба в то время вообще заступался бы, если жена, ну, так сказать, начальника египетского говорит так, значит так. И вы знаете, конечно, мы знаем, его сажают в темницу. Его сажают в темницу. Вот Иосиф сидит в темнице. Вот сидит. Как вы думаете, вот он попал в темницу внезапно, ни за что. О чем думал Иосиф? Что было у него в голове? Что у него было в голове? О чем он вообще мечтал на тот момент? Находясь там, он, наверное, думал, вот это вообще полный тупик. Отсюда, наверное, я вообще не выберусь никогда, потому что за меня никогда никто не встанет. Я же раб. И вы знаете, вряд ли он думал, что, ну, вскоре он отсюда выберется. Вряд ли. Единственное, что он мог думать, или там надеяться, молиться Господу, говорить то, что, ну, пусть справедливость восторжествует, Господь, просто, ну, каким-нибудь образом вытащи меня отсюда, пусть они как-то узрят правду, ну, ничего не хочу, но только вытащи меня отсюда. Скорее всего, так. Вряд ли он думал, что станет потом тем, кем он стал. Мы сейчас разберем. И что происходит? Это темница. В то время, скорее всего, темницы выглядели так же, как и сегодня. Не очень хорошо. Крысы бегают, плохо кормят, знаете, ну, условия адские, если честно. И я знаю одно. Я, ну, не знаю, конечно, что там именно было, но я точно знаю, что он не ожидал того, что с ним произойдет. Что происходит? Фараон, ему снится один и тот же сон. Сон снится, снится, снится. В итоге никто не может его растолковать. И позвали Иосифа, сказали, что есть такой Иосиф. Ну и вот его привели. Написано, что когда его привели, его даже и его поспешно вызвали из темницы. То есть его моментально, как только фараон о нем услышал, то есть Бог уже здесь начал работать, он моментально приказал в ту же самую секунду его вывести из темницы. Написано, поспешно вывели. Это написано в 41 главе Бытия, 14 стихе. Написано, и послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Я представляю, наверное, какие у него были волосы, какой он был грязный, в общем, и какая у него была одежда. То есть столько времени в одном и том же. Тяжело, наверное. Ну вот, слава Богу, остригся, переменил одежду свою, и пришел к фараону. Вот вы представляете, он успешно толкует ему этот сон. Успешно толкует.
И фараон говорит, давайте прочитаем 39 стих. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то не столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держится будет весь мой народ. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставлю тебя над всей землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды. Вессонная одежда – это белая одежда такая, она слегка иногда бывала золотистым отдала. Такая белая тонкая ткань в то время была. Вот. Возложил золотую цепь на шею ему. Знаете, что радует, слава Богу? Вот он, ну, он успел за буквально маленький промежуток времени, вы представляете, его два раза уже переодели. Сначала из раба, так сказать, в нормального человека, потом из нормального человека почти что уже в царя. И это все произошло за вот буквально за пару часов. И написано в 43 стихе, «Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей, в своей земле, во всей земле египетской». И 45 еще прочитаем. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнах-Панех и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера», ну, того самого, который был над ним начальником, то есть вот этого жреца. «И пошел Иосиф по земле египетской». Очень удивительно, знаете что? Очень удивительно то, что я представляю, вот буквально час-два назад сидел в темнице, и вот уже спустя столько времени он уже почти царь. Представляете, за короткий промежуток времени в жизни Иосифа что произошло? Мог ли он такое ожидать? Я думаю, нет. Что, но такого он точно не мог ожидать. Что самое мне здесь больше нравится? Раньше он весь такой ходил лохматый, теперь постриженный. Раньше ходил в плохой одежде, теперь в царской. Раньше нуждался в хлебе, голодный был, а теперь весь хлеб Египта в его руках. Он над всеми просто владеет, над всем зерном, над всеми запасами. Раньше он, получается, был в темнице, а теперь он по всей земле египетской, представляете, ходит. Вы просто, вот, просто представьте, как за пару часов человек, это называется, знаете, из грязи в князи. Как за пару часов человек просто поднялся. Никто, кроме Бога, на такое не способен. Никто. Никто, кроме Бога, на такое не способен. Из невозможного сделал возможное. Опять же повторюсь, он вряд ли ожидал, что его сделают царем. Максимум в своей голове, что он думал, Господи, спаси меня, как-нибудь из этой ситуации меня выведи. Как-нибудь пусть справедливость восторжествует, просто что-нибудь реши. Но Господь просто... настолько решил, знаете, там стократно решил. А все почему? Потому что Иосиф, даже сидя в темнице, имел страх Божий. Он имел все равно веру. Он все равно, что бы ни было, от него никогда не отрекался. И знаете, что самое интересное? Вот так думаешь, а что им двигало? А как он столько времени вот так держался? Ни разу Бога не проклял, на него не обиделся, ничего не сделал, ни за что попал в темницу. Что им двигало? Вот им двигал страх Божий и вот эта верность Богу. Вот так вот смотришь, думаешь, дома рядом нет. Его продали, родителей рядом нет, церкви рядом нет. Египет, кругом, божества вот эти египетские идолы. Как все равно человек умудрился, в таком состоянии, когда тебя окружает такая местность, такие люди, такое окружение, остаться верным Богу. На сегодняшний день в нашем мире происходят очень разные вещи. И нехорошие вещи происходят, к сожалению, и хорошие вещи происходят, к счастью. Но бывает, что плохое преобладает над хорошим. И мы все равно в этом живем, мы пытаемся сохранить свою верность, мы пытаемся сохранить свою надежду, вот этот страх, то, что вот что бы ни было со мной, где бы я ни отказался, Господи, все равно от Тебя не откажусь. Именно так сделал Иосиф, поэтому Господь воздал ему просто в 100-кратно. Аминь. Это великая история, потому что кроме Господа такого не было бы невозможно просто никому. Только Господь был способен на такое. Он сделал для него несравненно больше, чем просил Иосиф. Я в этом уверен. Аминь. Давайте перейдем дальше. Следующая история. Это история о Мефифосвее. Кто не знает, это был сын Иоаннафана. Иоаннафан был лучшим другом царя Давида.
А все знают отца Иенофана, это царь Саул, который Давида в свое время сначала любил, потом ненавидел, за ним гнался, хотел убить. Что происходит? Что происходит? Вот этот вот Мефивосвей, очень сложное у него имя, уверен, на армянском, наверное, еще сложнее читается. Он был, представляете, внуком Саула. Он был внуком Саула. Что происходит? Вот Иоаннафана уже нет, Саула уже нет. Царь Давид однажды обращается к своим придворным, говорит, так, вот из дома Сауловых, они все уже на том свете, из дома Сауловых кто-то остался, придворные говорят, ну, есть там один, ну, хромой, вообще не ходит, вообще никому нет до него дела, вообще, ну, зачем он тебе нужен? Давид говорит, нет, привезите его. Они его привозят. И вот приводят этого человека к Давиду. Приводят. Как вы думаете, о чем в этот момент, это сейчас будет самый вечный у нас вопрос, о чем в этот момент думал Мефифосвей? О чем? Отца нет, дедушки нет, почти никого не осталось. Меня жил себе, как говорится, не тужил, и вдруг внезапно меня, к Давиду. Все, что он мог думать, скорее всего, что ему сейчас отрубят голову, его сейчас казнят. А знаете почему? Потому что в то время, когда новый царь на престол заходил, то кто был старый царь? Новый царь убивал его и всех его предков, и всех его, всю его родословную, для того, чтобы он и его родственники никогда не смогли даже позариться на это, даже никогда не смогли восстать, ничего сделать, чтобы крови их не осталось. Остается один Мефифосвей, и он единственное, что мог думать, видимо, пришла моя очередь. Ну, сейчас, наверное, и меня тоже уничтожат, потому что я, видимо, последний остался из рода Сауловых. Что происходит? Он приходит, в голове у него думает, Господи, не знаю, никого не трогаю, сам себе лишу, безобидного живу. Вообще, безобидный я человек, что ему от меня может быть? Скорее всего, только казнь. Что он мог еще думать, исходя вот из истории? Но что оказалось самым главным? Самое главное оказалось то, что, конечно же, слава Богу, что это было не так. И что произошло? А произошло у нас следующее. Значит, приходит очередь Мефифосвея к Давиду. И давайте прочитаем. Тут есть Второе царство, 9 глава, 6 стиха. 6-7 стих сейчас мы прочитаем. Написано. «И пришел Мефифосвей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид Мефифосвей, я сказал, тот вот раб твой». И 7 стих. «И сказал ему Давид, да не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Вы просто представьте, опять, был никем, стал кем. Опять же, такое возможно только Богу. Как такое произошло? Давайте будем разбираться. Вот, представьте, накрывают на стол. Вот обед, ужин, неважно, сидят там, вот Давид во главе сидит, этот Мефифосвей сидит, наверное, сидит его сын Амнон и сидит его сын Соломон. Соломон, наверное, все время вообще с книгами везде сидел, потому что он был очень начитанный, так что, возможно, он и за столом сидел с книгами, непонятно. Но вот они все садятся кушать, а Мефифосвея все-таки еще нет. И Давид говорит, подождите, еще не все мои сыновья собрались за столом. Давиду говорят, папа, а кого еще нет? Кто твой сын? И Давид говорит, Мефифосвей. И я представляю удивление сыновей Давидовых, я представляю удивление вообще, наверное, там всех слуг, всех-всех, когда был никем, а стал кем. И знаете, что самое интересное? Вот представьте Мефифосвей. С одной стороны, так жалко его. Вот он садится за царский стол, наверное, стесняется, ему неудобно, он был хромой, он еле-еле ходил. Написано, что он был хром на обе ноги. То ли колени, то ли... Непонятно. Написано, исходя из истории, что когда была война, его няня, когда бежала, его взяла, споткнулась. И так споткнулась, что ребенок, к сожалению, остался хромым. Что самое интересное, в то время инвалидных колясок не было, я вас уверяю. Было, возможно, какое-то приспособление, но вряд ли были инвалидные коляски. Как он передвигался, неизвестно, непонятно. Никому не было до него дела.
Возможно, даже когда он садился за стол, еле-еле, может быть, даже скатертью прикрывал свои ноги для того, чтобы не было как-то стыдно. Ему было, знаете, не по себе. Ну, как-то даже он сидит, ему как-то, ну, не, просто не то, что не по себе, ему настолько плохо, что вообще вот кто они, кто я такой. До этого, если мы будем читать, написано, что он вообще называет себя псом, что я пес, кто я такой, что ты вообще на меня обращаешь внимание, царь Давид. И вы знаете, вот эта Божья милость, которая была по отношению к сыну Иоаннафана, вот эта Божья милость, эта милость, естественно, заслуга не Мефифосфея, а это заслуга самого царя Давида. Сейчас объясню, почему. Бог сделал в жизни этого героя вообще, конечно, больше, чем он мог себе представить. Я считаю, что, но он точно не ожидал, что когда он идет к царю Давиду, он его сделает одним из своих сыновей, что он сделает его наравне, что вот мой сын сидит за моим за столом, и вот ты тоже садись за моим столом. Это удивительно. Такое подвластно только Господу. И вы знаете, здесь уже не заслуга, как я говорил, Мефифосфея, а здесь именно милость царя Давида по отношению к нему. И знаете, если это говорить на нас, если это, так сказать, привести пример на нас в нашей современной жизни, когда мы получаем в своей жизни больше, чем мы просили у Бога, да, и аминь, дай Бог, чтобы так было у каждого из нас, когда мы будем иметь действительно и веру, и надежду, и терпение, дай Бог, чтобы так и было, чтобы мы получали больше, то давайте не забывать, что это милость Божья по отношению к нам, как и была милость Божья у Давида по отношению к Мефифосфею. Аминь. Это милость Божья по отношению к нам. Потому что, вот смотрите, Мефифосфей, он теперь живет в Иерусалиме, каждый день сидит за столом царя, и Давид ему говорит, что я в себе все имения верну, ты будешь работать, на тебя будут работать, у тебя будет прислуга, у тебя будет все. А до этого у него не было ничего. Даже написано, что он был в городе, жил в городе Лодевар, а это город, в котором практически ничего даже не растет. Там, блин, ну там пусто, там нечего делать. А теперь он в Иерусалиме, в столице. И вы знаете, мы ведь этого не заслужили, но есть Бог, который нас очень любит, и у которого есть такая большая Божья милость к нам. И благодаря Его Божьей милости, благодаря Его Божьей милости, мы можем получать такие чудеса, понимаете? Благодаря Его Божьей милости. Потому что, еще раз скажу, мы ведь не заслужили, но у нас есть Отец, который нас смотрит и знает, как мы стараемся. И благодаря тому, как Он у нас есть, благодаря Его любви к нам, Он про нас не забывает, Он нам дает, да еще и как дает. Представляете, исходя из этих историй, вообще в 100-кратно может воздать. Просто за секунду меняет жизнь. Аминь. Эти примеры, это я взял специально очень знаменитых героев для того, чтобы было более понятно. И мы с молодежью, знаете, очень часто, вот когда в играх играли, даже когда вот обсуждали, мы сидим, читаем Слово Божье, пытаемся это как-то толковать, объяснять, потому что все-таки Слово Божье нужно знать. И знаете, мы очень много приводили примеров про такого человека, как Иов. Все слышали про Иова? Особенно вот у нас, правда, вот мы когда делаем всегда вот игры, у нас Иов почему-то встречается очень часто. Я очень люблю этого персонажа, потому что то чудо, которое тоже происходит с ним, ну, я не знаю, только Господь, никто кроме Господа, только Господь такое делает. Давайте мы посмотрим. Иов. Мы все знаем, кем был Иов. Давайте даже специально прочитаем, чтобы еще раз. Иов, первая глава, первый стих. Написано, был человек в земле Уз, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалился от зла, и родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц. Ну, волы – это вот, которые землю пашут, как быкообразные. И весьма много прислуги. И был человек этот, написано, знаменитее всех сынов Востока. Представляете, насколько знаменитый и богатый это был человек. У него было все. Это современный в плане денег Илон Маск. Понимаете? У него было все. Его знали все. Что происходит дальше? Давайте прочитаем. 2 глава. С 1 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом, пред Господа, между ними пришел и сатана предстать перед Господом. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечает сатана Господу, я сказал, я ходил по земле и обошел ее. И дальше, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Это знаете, тут такой момент,
Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности. А ты, говорит, возбуждал меня против него. То есть сатана хочет Бога все-таки настроить против него, потому что сатана думает, что идеальных людей таких не бывает, как Иов. То, что Иов так сильно служит, так прям вот, прям такой весь непорочный, такой без греха. А мне нравится, знаете что? Мне нравится, как Бог здесь говорит о нем. Я бы, честно, хочу, я бы очень хотел, бы, чтобы Бог также обо мне говорил, что вот он такой красавец, молодец, служит мне, все делает, там старается не грешить, богобоязнь, знаете, я благословлю-ка его. Я бы очень хотел, чтобы Бог тоже имел обо мне такое мнение, как он имеет об Иове. И знаете, дальше написано, что, вот когда вот мы читали третий стих, написано, что, дьявол, прям видно, что пытается настроить Господа против Иова. Прям пытается, хочет как будто наспор, знаете, такое вот есть, поймать, поспорить. Говорит ему, 4 стих, «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». То есть, Господь, то есть сатана говорит Господу, Иов такой весь молодец, но стоит тебе что-то не так сделать по отношению к Иову, да он тебя проклянет. И знаете, мне нравится, что Господь, понятно, он же Господь, он все знает, он сильнее сатаны, и он говорит, что, грубо говоря, а давай проверим, я-то знаю, какой мой служитель, какой он человек. И говорит, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли у тебя, это говорил сатана, и дальше идет. И сказал Господь сатане, вот он, пожалуйста, получай, вот он в твоей руке, только души его сбереги, не убивай, что хочешь с ним делать, не убивай. Мы все прекрасно знаем, что он заболел проказой, сатана навел на него проказу. Плохая очень болезнь, конечно, вообще болезни хорошими, естественно, не бывают. У него все чесалось, покрылся весь пятнами. И написано, что он покрылся с головы до ног полностью. Вообще полностью, представляете, все чешется. И в 8 стихе написано, что он взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею. Настолько все плохо было человеку, постоянно скоблил себя. И сел в пепел, вне селения. Вне селения, то есть, где-то вдали, чтобы, видимо, его не видели. И вы знаете, что самое интересное, в этот момент это было самое настоящее испытание Иова. Самое настоящее испытание. В нашей жизни ведь тоже бывают испытания. И мы думаем, ладно, постараемся его пройти. И знаете, Иов... Слово не сказал Господу, почему он такое допустил. Слово не сказал. Он был настолько верен, что он слово не сказал. И благодаря тому, как он себя вел, как он все равно вот относился к Господу, сатана видит, что все-таки Иов, как бы он ни старался, Иов все равно, все равно благословляет Господа, не проклинает. Все равно говорит, хоть и допустил, я все равно буду славить Господа. Сатана понимает, что он проиграл. Естественно, получается так, что Иов в последующем исцеляется. Что происходит дальше? Дальше происходит одна не очень хорошая вещь. За один день, у него уже было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. За один день этот человек теряет всех своих детей. Представляете? 10 детей разом потерять. Шутка, что ли? 10 детей. Вы просто представьте, похороны, и лежит ни один, ни два, ни три, 10 гробов. 10. Как вы думаете, в этот момент что было в голове у Иова? Что было? Господь почему-то это допустил? Нет. Если мы будем исследовать Писание, там написано, что Иов жалуется на то, что он вообще родился. Что с ним вообще такое произошло. Это был настолько верный человек, что даже в такой ситуации он не посмел Богу сказать что-то лишнее, сказать, Господь, почему ты это допустил. Это были испытания в жизни Иова. Понимаете? Это были самые настоящие, очень трудные испытания в жизни Иова. Что происходит дальше? Естественно, жена смотрит на это все, пытается выяснять свои отношения с Богом, а Иов... Он настолько верен, что он слова лишнего не говорит. Только себя проклинает, что вот зачем родился, зачем настал тот день, что я появился, что вот это все произошло. И знаете, что происходит? Написано, что Бог сделал его жизнь, я считаю, что Бог сделал его жизнь несравненно больше. Почему?
Да все потому, что это испытание он прошел с такой гордо поднятой головой. Что происходит дальше? Давайте мы посмотрим. Написано, что когда все это произошло, целых 7 дней и 7 ночей он сидел и скорбил. 7 дней и 7 ночей. Друзья все приходили, видели состояние Иова, и все, естественно, были ошарашены. А кому было бы хорошо, когда у тебя, не один там, а все твои дети разом погибли? Я думаю, никому. И вы представляете, то сначала проказа болел, то потом, до этого я забыл сказать, у него то скот крали, то скот уменьшался, то здесь пожар, то здесь дети умерли. Что только с этим человеком за короткий промежуток времени не произошло. Сколько испытаний на его голову. Но что самое интересное? Самое интересное – это итог. Давайте прочитаем Иов, 42 глава, с 10 стиха по 15. Написано: «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов и 1000 пар волов и 1000 пар ослиц. До этого мы читали, что у него было вдвое меньше. То есть, раньше было 7 тысяч скота, теперь 14. Раньше было 3 тысячи верблюдов, теперь 6 тысяч. Раньше было по 500 пар волов и ослиц, теперь каждых по 1000. Вдвое больше Господь ему воздал. Что происходит дальше? Дальше мы читаем 13 стих. «И было у него также 7 сыновей и 3 дочери». У него было и до этого 7 сыновей и 3 дочери, но, к сожалению, все 10 разом погибли. Но Господь ему воздал. Дал снова 7 сыновей и 3 дочери. Но этот раз Господь их, знаете как? Он их, когда ему дал, он их дал немножко так, с изюминкой. Знаете почему? Потому что написано: «И нарек он имя первое Эмима, имя второй Кассия, а имя третий Каренгапух». И 15 стих: «И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». Это о чем говорит? Он не просто им детей дал, красавцев дал, еще красивее дал, понимаете? Были дети, а тут снова столько же детей, столько парней, столько девочек, да только с изюминкой. Еще красивее. Потому что написано, что они не было таких прекрасных женщин. Представляете? Господь, воздал, раз такое случилось, раз воздает вдвойне, еще и красивее дал, представляете? Не знаю, кто-то может сказать мелочь, так-то приятно, красивые дети. Не просто дети, еще и красивые дети, понимаете? Господь каких детей может дать? Аминь. Вот. И написано дальше, что он видел сыновей своих, сыновей их сыновей, то есть до четвертого рода, праправнуков своих увидел. И до старости дожив, счастливо умер, и благословил его Господь. Просто представьте, через что он прошел, что в его жизни было, когда он видел тела своих, когда хранил подряд, одновременно 10 своих детей. Что было у него в голове? Что он просил у Бога? Как ему пережить это? Как, не осуждал его, ничего. Просто говорил, как с этим справиться? Как, почему так? Как? Просто вот, я просто не могу это представить, не могу передать, потому что вот так вот смотришь на жизнь Иова, думаешь, а наша-то жизнь еще ничего, да? Вообще-то, наша-то жизнь еще ничего, а тут с человеком чего только не происходило, каких только испытаний не свалилось на его голову. Но он был верен, и Господь, посмотрите, дал ему больше, чем он думал. После того, как он исцелился, после того, как уже у него все дела стали идти более-менее в гору, он вряд ли ожидал, что у него будет настолько хорошо. Он думал, что будет, наверное, чуть хуже, или так же, но не думал, что будет настолько хорошо. Опять же, почему стало настолько хорошо? Да потому что сам Господь поспособствовал, вдвойне дал за его поведение, за его верность. Аминь. Аминь. И знаете, последнее про Иова, что бы я хотел сказать. Почему вообще так произошло в жизни Иова? Почему Господь все-таки так воздал? В Библии написано, это вот 42 глава, 7 стих. В Библии написано, что Иов везде говорил о нем верно. Дорогие братья и сестры, мы должны говорить о нашем Боге верно, то есть правильно.
В греческом переводе, конечно, написано «истину», а в армянском написано, то есть мы должны говорить о нем прямо. Ну, то бишь, это синоним того, что тоже верно. В принципе, все одно и то же. Говорить мы должны о нашем Боге всегда и везде верно, правильно. Потому что бывает, что исходя из ситуации, которая у нас есть в жизни, исходя из каких-то, может, обид, которые мы не понимаем, что сами обижаемся на Господа, мы можем где-то про него что-то не сказать, либо сказать не очень хорошо, не очень там верно. Мы можем его где-то в чем-то обвинить. Так не бывает. Это неправильно. С Иовом все такое произошло, и потом все стало намного лучше. Потому что написано, Иов говорил о Боге истину. Он говорил о Боге верно. Аминь. Нужно говорить о Боге верно. Аминь. Давайте будем переходить дальше. Дальше интереснее. Дальше интереснее. Слава Господу. Столько писал, все не зря. Последний пример, который бы я хотел рассказать, уже Новый Завет. Мы его тоже с молодежью обсуждали. И в играх использовали. И когда молодежка сидим, тоже мы постоянно, вот, ну бывает, что затрагиваем эти темы. Пример, связанный с жизнью апостола Петра. Апостол Петр – это камень, камень, на котором будет стоять церковь, Господь сказал. Помните очередное гонение? Гонение, когда христиан, после того, как Христос воскрес, попал на небо, как это гонение было, и всех христиан гнали, всю церковь Христа гнали, постоянно гнали, за ними охотились. Что происходит дальше? Петр был очень интересным персонажем, конечно, потому что в Библии с его, вот, с этим героем связано очень одно очень такое классное чудо. Что происходит? Вот их гонят. Начинается очередное это гонение, и убивают апостола Иакова. Кстати, убийство апостола Иакова, кстати, это, по-моему, насколько я знаю, единственная смерть, которая описана в Новом Завете, как убили апостолов. И написано, что его убили мечом. А кто его убил? Убил царь. В то время был Ирод Агриппа. Ирод Агриппа первый. Он поспособствовал этому, чтобы, ну, якобы отрубили голову. И царь видит, что вот евреям-то это, оказывается, нравится, иудеям. Тут их этих постоянно их гонят. И что происходит? Все знали уже, довольно известно был апостол Петр, его уже все знали, он, потому что был очень таким молодцом, он очень хорошо, ну, рассказывал о Боге, ходил, делал. Ну, пришли по его участь. Пришли, Ирод заключает его в темницу, его ловят. Что происходит дальше? Он планировал к празднику, который будет, его вывести к народу. Он его выводит к народу, как он думал, конечно, но у него, естественно, ничего не получилось. Его взяли, получается, арестовали, отвезли в темницу. Вот он сидит в темнице. Ну и о чем думал апостол Петр? Наверное, как и Иакова, наверное, меня, скорее всего, тоже казнят. Ну о чем он мог думать? Меня, скорее всего, казнят. Меня, скорее всего, ждет казнь. И вот он теперь арестован, сидит в тюрьме. Наверное, все равно немножко испуганные. А как вы думали, вот он сидит в тюрьме, каждая же тюрьма, она же охраняется. Сколько охраняло Петра, кто-нибудь знает? Сколько охраняло Петра? 16 человек. Это сегодня нам кажется, что мало, потому что президента сотни охраняют, президентов это сотни охраняют. А в то время даже царя 16 человек не охраняло. В то время не так было. Апостола Петра охраняет 16 человек. Там знаете, что написано? Давайте прочитаем Деяния апостола, 12 глава, 4 стих. Написано, и задержав его, посадили в темницу и приказал четырем четверицам, ну то есть там группа из четырех людей, их было четверо, 4 на 4, 16 воинов, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу и казнить. Ну вот как он и хотел, но естественно у него ничего не вышло. Вы представляете, какая дорогая охрана, апостол Петр, он кто, наемный убийца какой-то, кто он такой, я не знаю, какой-то большой мускулист, что они не смогли бы его остановить, что их столько много народу. Ну, вот так подумаешь, таких, как он там было, знаете, вот таких простых людей, он не был особо богатым, ну, как бы никому все равно ничего не мешал, ходил, проповедовал Слово Божье. Целых 16 человек к нему приставили. 16. Зачем? Ну, видимо, боялись. И далее написано, что ему то, что выносили смертный приговор. И Петр сидит, думает, ну вот скоро наступает этот праздник. Что же меня ждет? Ну, скорее всего, казнь. Что делать? Ну, по крайней мере, хотя бы Господь знает мое сердце. Христа видел, уверовал, старался, проповедовал и праведно жизнь потом вел. Ну,
Что можно думать? Ну, наверное, казнь ждет, скоро праздник. Что происходит потом? И вот Петр засыпает. Встал, конечно же, засыпает. И давайте прочитаем также Деяния апостола, 12 глава, но уже 6 стих. «Когда же, написано, Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и у стражи, и стражи у двери стерли темницу». То есть, мало того, спал между воинами, еще и отдельно стража, которая темницу сперегла, то есть за воротами. Представляете? Как они его боялись, что столько стражи в итоге взяли и поставили. Что происходит потом? Написано, что спал между двумя воинами. У всех были одни цепи, у Петра были двойные цепи. Понимаете? Опять же, это какой-то, кто это? Это маньяк, какой-то искусный вор, наемный убийца или что это? Они так его боялись. Все с одними цепями, он с двумя цепями. Ну хорошо. Как вы думаете опять? В тот момент Петр о чем думал? Наверное, думал, боже, как же, наверное, от этих цепей болят руки. Спать не могу. Есть хочу. Думает, господи, да разберись ты с этой ситуацией. Ну пусть они меня отпустят. Ну, как-то, ну, чтобы, ну, голову, чтобы мою не отрезали, ну, чтобы не казнили меня, я же тебе верно служу. О чем он еще мог думать? Господи, спаси! Господи, как болит нам рука! Господи, там, как-нибудь реши! Об этом он только мог думать. Что происходит потом? Потом написано, там дальше мы читаем, давайте мы посмотрим... Там еще одно местописание, дальше будем читать. Седьмое место, ну, седьмой стих, это же глава, но седьмой стих. Написано, вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. И восьмой стих. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Давай, одевайся и обуйся. Он сделал, он так и сделал. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. Представляете, воины спят, Петр спит, в бок ему так толкает ангел и говорит, давай вставай, поехали. Вот что самое интересное, вот он же апостол Петр, да? Вот он же апостол Петр все-таки в будущем, он все равно что-то понимает лучше, чем остальные люди. Что происходит дальше? Петр одевается, обувается, и Петр думает, ну ладно, тут воины, ладно, как-то через них пройдем, а дальше-то ведь темницу сторожат, а через них-то как пройдем? Вы знаете... Стража-то спит, но там-то дальше стража написано, что она не спит, она охраняет, то есть за воротами. И написано, 9 стих. «Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думал, что видит видение». Вы представляете, Петр, вот, ну, как бы хоть вроде будущий апостол, не мог в себя прийти. Он думал, что это сон, видение. Простой человек вообще свихнулся бы, может быть. Понимаете? Но это же ангел, это же Господа дела. Мы-то понимаем, как это происходит. Еще раз говорю, это же не фокус, там-то секретика-то нет. И что происходит дальше? Думает видение, будто сон. Вот. Поэтому, наверное, думает, чего-чего, но, поверьте, такого он точно не ожидал. Думает, ну, может быть, его отпустили бы, но чтобы вот так. Но это действительно какое-то чудо. Одну стражу проходит, вторую стражу проходит. Вряд ли он мог такого ожидать, вряд ли. И написано, 10 стих, пройдя первую и вторую стражу, то есть вот они проходят одну стражу, ладно, проходят вторую стражу, он думает, ладно, ну там-то дальше ворота, ворота-то железные, как мы пройдем? И что написано? Ангел, понятно, он хоть улететь может, хоть пройтись сквозь них может. А Петр-то как пройдет? Петр удивляется и говорит, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела с ним не стало. Понимаете, да? То есть первый ключ от ворот дистанционный, видимо, был у ангела. Не знаю, говорил, не говорил. Господь дает ангелу, говорит, иди вот тебе. Нажмешь, ворота откроются, с Петром выйдите. Это так интересно. Что самое интересное? Бог вот дает, так сказать, да простыми словами, чтобы было понятно, ангелу вот этот пульт для того, чтобы эти ворота перед Петром распахнулись. Вот, чтобы вот они вышли таким способом. И 11 стих интересный самый, написано, когда Петр, придя в себя, сказал, ну, когда Петр пришел в себя, говорит, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ожидал народ иудейский». То есть до этого он не мог ожидать, что Господь с ним такое сделает. Мы ведь как люди устроены, помните, когда Фома, когда Христос воскрес, пришел Фома, говорит, «Я не поверю, пока его не увижу».
Вот здесь также Петр пока не вышел, не увидел, что действительно сзади ворота и стража осталось, не поверил, думал, что сон, думал, что какое-то видение. Вообще это как так? Только потом понял, что, да, Господь, для него же нет ничего невозможного. Вот это чудо! Понимаете? Только Господь мог такое сделать. Чтобы таким чудесным, фантастическим образом выйти, мог сделать только Господь. Опять же повторюсь, вряд ли Петр ожидал, что если он выйдет, вот так он выйдет. Нет. Он мог выйти как? Либо через отрубание головы, либо, жалились бы над ним, кто-то бы, может, защитил, может, восстание какое-то было бы. Но что-что, вот такого он точно не мог ожидать, знаете. Я понимаю, что он, конечно, молил Бога, молился, говорил: «Господь, вытащи меня отсюда». Но чтобы вот так, навряд ли. Ожидания его были явно превышены. То есть Господь сделал так, что Петр, написано, был в недоумении вообще. Кто, как так? Ничего себе. Представляете, на что способен наш Господь? Что самое интересное, вот мне еще очень нравится, написано, что вся церковь была за Петра в молитве. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы должны сегодня быть в молитве для того, чтобы чудеса в нашей жизни случались. Знаете, мы должны быть сплоченными. Мы все прекрасно видели, как и на вечерах хвалы, и вот в лагерях, да, у нас бывают всякие чудеса, у нас люди исцеляются, чего только не происходит. Это очень способствует, именно этому очень способствует то, когда мы все сплоченно находимся в молитве, когда пастор здесь молится, когда служители здесь молятся, мы сзади должны поддерживать, понимаете, подталкивать, делать так, чтобы волна эта не уходила через двери, не собираться и не мешать или как-то, да, уходить. Нужно стараться поддерживать, помогать. За него была вся церковь в молитве. Это тоже способствовало тому, что Господь так сделал. Поверьте, это не просто так. Церковь Христа способствовала тому, что с ним произошло такое чудо, что Петр таким чудесным образом вышел. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня в молитве должны быть друг с другом. Это очень важно. Мы должны быть сплоченными. Церковь — это не стены и не крыша. Стены, церковь — это мы. Церковь — это наше сплочение, понимаете? Это вот наша такая толстая веревка. Вот. Поэтому написано, что она была в молитве за Петра. Поэтому давайте мы сегодня тоже будем обязательно всегда молиться вместе. Давайте мы будем более сплоченными для того, чтобы чудеса происходили и в нашей церкви, и в наших жизнях. Аминь? Аминь. Я уже подхожу к концу, у нас уже время заканчивается потихонечку. Я рассказал вот очень известные такие интересные примеры из Библии, да, для того, чтобы она была более наглядна. Но как же можно не рассказать про свой какой-то пример, правильно? Где же об этом рассказывать, как не за кафедрой? А этих примеров, на самом деле, я вам скажу, да у всех у вас, да их куча. Да каждый может рассказать, что просил столько, получил столько. Вот, когда пришло время, сейчас опять скажете про свою жену, говорю. Когда пришло, да? Ну ладно. Когда пришло время мне жениться, в смысле, что надо вот какую-то половинку вторую себе найти. Вы чего думаете? Я думал, что у меня вот такая жена, что ли, будет? Да, прям уж. Я думал: Господи, кого-нибудь дай, чтобы, слава Богу, чтобы было как-то, знаешь. Вы что думаете, легко, что ли, это все, жениться, все вот это вот? Дети потом. Молодежь, не берем пример с меня, надо жениться. Я не ожидал, что Господь даст в 100 раз лучше, понимаете? Я считаю свою жену, что она в 100 раз лучше того, чем я ожидал. И аминь. Слава Богу. Казалось бы, простой пример, но настолько такой, знаете, мощнейший. Да, а потом, чего вы думаете? А потом у нас дети появились, семья. Вот кто-то скажет: вот, я просил там такую жену, такого мужа, дала вот такого, вот я с ним не могу. Там вот у нас проблемы, что-то. Слушайте, а где не бывает проблем? А в какой семье нет проблем? Они есть везде. Без проблем жить неинтересно, знаете. Поэтому я скажу так. Ну а как? Мы же ходим на работу, мы же решаем проблемы. Например, я вот врач, и ко мне приходит человек, у него болит зуб. Это его проблема. Я эту проблему решаю. И так каждый из нас. У каждого есть своя работа, свой путь, да? И без проблем жить действительно неинтересно. И я хочу сказать в отношении, например, себя, да, своего примера, своей семьи. Например, я рад, я счастлив, да? То есть я считаю, что Господь меня благословил. Что бы там ни было, да? У нас у всех есть какие-то недостатки, идеальных людей нет, но я ожидал просто хорошего человека, а Господь мне дал в 100 раз лучше, знаете. Такой же простой пример, просто вот на основе своего примера. И знаете, есть такие люди, которые говорят: вот, ты что-то просишь от Господа, а Он тебе дает не то, а потом, знаете, вот твои ожидания – это твои проблемы. Ну, не понимаю, куда люди так говорят. То есть мы когда что-то делаем, мы ожидаем, что в ответ нам что-то сделают так же. И вы знаете, иногда мы воспринимаем это немножко неправильно.
последний пример, который я вот привожу, и мы заканчиваем. Вы знаете, когда мы что-то просим у Господа, а Он дает нам не то, что мы хотели, нам почему-то кажется, что, ну, Господь, ну, не знает, Он не лучше нас знает. Мне надо было это, Он дал это. Нет, Господь всегда знает лучше нас. И нам важно в этот момент, во-первых, поблагодарить, что ты нам это дал. А во-вторых, как бы твердо стоять с терпением, с верой, что Господь даст это еще раз, потому что вообще-то может и не дать. Простой пример, последний, который я говорю. История. Был один араб и еврей. Еврей был очень бедный, очень бедный. Араб был, как шейх, очень богатый. Ну, сами понимаете, представьте, Дубай, Абу-Даби. Так получилось, что кровь у араба, она очень редкая. А с ним что-то случилось, срочно нужно было переливание. Искали, искали донора, нашли этого еврея. Может, кстати, кто-то слышал эту историю. Еврей, ну, что делать, говорит, ну, почему бы не помочь? А что, почему нет? Ну, вдруг что-то будет. Его нашли, он помог, перелил кровь, араб остался в жив, слава богу, этот шейх там вообще все, он ему за это подарил машину, квартиру, имение, чего только не дал. Представляете, опять же, был никем, стал кем. То есть вот этот вот еврей, да? Все дело в чем? Все дело в том, что этот араб так получилось, что заболел снова во второй раз. И срочно нужна была опять переливание крови. Срочно. Ну, еврей думает, так, в тот раз он мне столько всего дал за то, что ему помог. А сейчас, ну, пойду опять помогу человеку. Почему нет? Немножко, знаете, такое-то уже с корыстными целями, в ожидании, что он ему опять что-то много всего даст. Но что вышло? Вышло так, что он ему опять помог, и на этот раз он ему просто, этот шейх говорит ему просто спасибо, там дает ему там пару сладостей, не знаю, там, и еврей, ну, с недоумением смотрит, говорит, ну, ты же богатый, ты мне в сто раз столько всего дал, а сейчас чего? Понимаете, то есть он ожидал, что будет снова так же. Мало того, он его благословил, так сказать, столько всего ему дал, ты был вообще никем, ничего у тебя не было, тебе этот человек столько всего подарил, дал, ты теперь зажил, столько всего имеешь, так ему мало. Он пошел второй раз с корыстными целями получить опять еще больше. И этот араб на него смотрит и говорит, а что, этого разве мало? И он говорит, ну ты же богатый, ты же мне в первый раз столько всего дал. Знаете, что отвечает араб? А в первый раз, говорит, во мне еще не было еврейской крови, а теперь есть. Понимаете? Его ожидания, это были его проблемы. Это пример о неблагодарности. Когда Господь нам что-то дает, нам этого мало, мы хотим еще, 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 еще. А если неправильно отреагировать, знаете, если вот вести себя вот так вот немножко нагло, то что Господь там, ты главное давай, давай, а я просто на расслабоне так, знаете, сидеть. Так не бывает. Поверьте, Господь уже и не даст. Нужно ценить то, что уже есть. Нужно ценить то, что Он тебе дает. Потому что во второй раз этого может не быть. Понимаете? Аминь. Слава Богу за всех вас.